Креативно. А вот, например, это мой кофе. А? Вот, по-твоему, это что такое? Вот это, что такое? Ну, я боюсь даже предположить, Сергей, но... Это восстание зулусов во время англо-бурско-зулусской войны в Южной Африке в 1863 году. Намалевать тебе твой портрет? Это я? Ты узнал! Видишь? Я не лишен таланта. Это мое будущее. Вот, на, дарю. Через 10 лет продашь на Сотбис, купишь себе домик в Альпах. Сережа, знаешь, я просто хочу тебя предупредить, что раз ты стал художником и, в принципе, решил идти по этому пути, то знай, что рано или поздно тебе придется все-таки сменить ориентацию. Да. И свои дни ты закончишь в дурдоме без уха. Да. Как Ван Гог. Ты слышал об этом? Слышал. В 96-му році ходив на їх концерт. Я не хотів так зле для нас робити. Я не хотів, але ти така стала сумна. Я не хотів, але ти сама... Ты знаешь, я понимаю, наверное, в чем проблема. Ты просто 9-й день у нас работаешь. Работаю. До зарплаты еще 21 день. Я не исключаю, что у тебя уже давно нет денег, и ты пару дней не ел. Возьми вот это, вот как подарок от нашей компании, это как-то тебя поддержит. Возьми, не стесняйся, Сергей. Сереж, мы поддержим, мы... Сергей, возьми, сметана еще даже не скисла. Не, Сергей, ну не надо это. Возьми, пожалуйста. Чем можем, Сережа? Дальше, скорее всего, появятся деньги, мы когда-то их все равно увидим и дадим тебе. Ты... А знаешь, чего, Андрюша, не хватает для полного счастья? Я даже боюсь предположить, судя от того, что ты начнешь плевать туда сейчас. Вот сейчас бы 400 грамм водки и 2 бокала пива. Сережа, там рядом генделок, иди заказывай. Не, иди заказывай, я сейчас приду. Иди. Якщо вас болить голова чи за Україну, якщо вас нудить або ви нудний, якщо вам просто хочеться амфетамінів, зайдіть у кабінет до Григорія Павловича Хлуса і все буде чітко. Але пам'ятайте його девіз – пацієнт живе доти, доки я так хочу. Доктор Хлус, добрий день. Ти хто? Я Фурман. Який Фурман?